финансового агентства по сбору платежей по поручению АО «Банк Русский Стандарт» информируем вас о персональном предложении. Срочно свяжитесь с нами по телефону 8 800 775 17 30. Звонок бесплатный. Для соединения с оператором нажмите 1. Для повторного прослушивания сообщения нажмите 2. Добрый день, финансовое агентство по сбору платежей. Меня зовут Кириенко Татьяна Олеговна, я вас слушаю. Я вас слушаю. Мне звонок поступил. Сказали, что надо на 1 нажать, чтобы соединиться с оператором. Ничего не понял. Как вам можно обращаться по имени и отчеству? Дмитрий Евгеньевич меня зовут. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, это вы? Я к вам верно обращаюсь? Совершенно верно. Звонок он поступал по поручению банка «Русский стандарт» по опросу задолженности. По состоянию на 23 июня 2016 года сумма долга составляет 621 851 рубль по продукту Visa Gold золотом. Сколько? Дмитрий Евгеньевич, 621 851 рубль. О, Дмитрий Евгеньевич, на данный момент от банка есть очень выгодное для вас предложение. Условия озвучу позднее. Изначально давайте сверим вашу контактную информацию. Ваш адрес регистрации назовите. Не буду. Я же не идиот рассказывать адрес регистрации. Может, вы бандиты? Привлечь. Необходимо сверить контактную информацию по требованию Сверяйте. Банка. Что значит по требованию банка? Банк мне ни о чем не сообщил, что раз, два, три. Пятое коллекторское агентство, совершенно неуважаемая мной отрасль, вдруг решила попробовать свои силы со мной. Пятое, представляете? Отсосет пятое агентство. Давайте, ты первая. Начинай. Настраивайтесь на переговоры. Всего доброго. Пока, соси. YouTube смотри, кстати.